мне подарили его, представляешь? Подарили, ты же сказала, что администраторы сказали, Саша приедет кресло вернуть. Ребята, пожалуйста, администрация, руководство Дома 2, не забирайте у меня кресло, оно мне так понравилось. Подарите мне кресло. У меня вот есть названный сын, который очень много на меня тратит. Поможешь, Андрюша, мне новое кресло купить, если администрация мне подарит? В общем, ты охренел, я и так на тебя все деньги потратил. Пока!